Лучшим, по мнению и детского жюри, и многих зрителей стал талантливый юный певец из Сочи Даниил Плужников. Ему 13 лет, его рост 98 сантиметров. Мальчик активно занимается вокалом, постоянно участвует во всех городских фестивалях и конкурсах. В октябре он прошел отбор в федеральное телешоу «Голос дети». Его первое выступление на этом проекте закончилось нескончаемой овацией.